один ответственный квартиросъемщик сказал женщине, не имеющей прописки на его жилплощади: «Дорогая, нам лучше выйти порознь». А она ему ответила: «Мой друг, я люблю, когда утром играет тихая музыка». А он ей ответил: «Иначе нас могут увидеть соседи». Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один поэт, уж полночь близится, а Германа все нет. Целый день нарисовала вот отталкивающей краской лозунг: «Спорт — это здоровье». Хотя она сама из спортивных занятий увлекалась лишь закручиванием бигудей. А он целый день доставал запчасти и водил даже кого-то в кафе «Фиалка». А к вечеру добыл 2 рыбных заказа, которые сменял на 2 билета на Таганку. Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал другой поэт, уж 40 близится, а счастья все нет. Они созвонились поздно вечером после программы «Время», когда бюро прогнозов наобещало нам солнце, а в окно было видно, как собираются дожди. Она ему сказала: «Милый мой, у меня есть замечательное предложение. А давай мы с тобой поженимся». А он ей ответил: «Созвонимся». Наивны наши тайны, секретики стары. Когда ж мы кончим врать на самом деле? Где ж станция с названием «Правдивые миры»? Но, как сказал один брюнет, уж рельсы кончились, а станции все нет. Лидия Чебоксарова, Алексей Росошанский.